Рецепты экономического роста и привлечения в Россию иностранного капитала. Владимир Путин сегодня принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ «Капитал России зовет». Он проводится уже в пятый раз и традиционно привлекает представителей деловой и политической элиты. Обсуждают то, что больше всего волнует бизнес-сообщество. Это вопросы развития мировой и российской экономики, роль государства в инвестиционной модели роста и другие важные темы. Несколько минут назад президент России обратился к участникам и гостям форума. Наш ВВП на душу населения и уровень потребления сопоставимы с рядом государств Евросоюза. Но, и вот на этом хорошие новости, как в таких случаях говорят, заканчиваются. При этом мы более чем в два раза уступаем развитым экономикам по производительности труда. Такой разрыв между уровнем потребления и эффективностью, безусловно, опасен. Существование на природной ренте в счет будущих поколений незаработанное благосостояние, дележ этого незаработанного благосостояния, не может быть устойчивым и долгосрочным. Этот путь непозволителен для страны, которая ставит перед собой большие цели, живет в условиях открытой экономики, а значит, должна конкурировать за инвестиции на глобальных рынках, за технологическое лидерство, обеспечить лучшее качество жизни и условия для самореализации своих граждан.